Светлана Мороз с мужем, сыном, родными и друзьями приехала забирать новорожденную внучку. У меня родилась первая внученька. Сегодня ее выписывают. Мы здесь вообще не местные. Приехали сюда первый раз к вашему красивому роддому. Очень красивое здание. Здание роддома преобразилось. Отремонтирован фасад, входная группа, благоустроена прилегающая территория. На новый облик здания было потрачено более 20 миллионов рублей из краевого бюджета. Самое главное, что проводимый ремонт не повлиял на работу родильного отделения. Количество родов у нас не только не уменьшилось, оно даже стало больше по сравнению с 2013 годом. В 2014 году родилось больше двоен, их было целых 15. В прошлом году в Анапе родилось 2211 мальчишек и девчонок. Темп населения наше не снижает. Вчера у нас за вчерашний день было 8 родов. Уже в этом году у нас был день достаточно насыщенный, когда 16 родов произошло. То есть детей рождается много. Вот и Светлана Мороз будет рада приехать сюда в будущем за второй внучкой или внуком. Довольный обслуживающим персоналом. Дочь рада, как прошли роды. Все было замечательно.